Турецкое качество по европейским стандартам. В Махачкале открыли магазин брендовой техники «Амир». Для горожан устроили большой праздник. Покупатели удивляли необычными сюрпризами. В чем особенность салона и какой ассортимент представлен в нем, расскажет Патимат Ханапова. Аниматоры, бесплатный кофе и розыгрыш призов. Даже обычных прохожих здесь встречают по-праздничному и весело. Микроволновые печи, кухонные плиты и даже айфоны. В честь открытия магазина владельцы решили порадовать гостей ценными подарками. Для этого достаточно было получить купон с номерком и бросить его в лототрон. Я пришел посмотреть, значит, что же, какая продукция будет сегодня представлена. И я очень даже удивлен, что такая хорошая, качественная продукция выставляется, значит, сегодня на показ нам. Я бы такую продукцию себе купил бы, приобрел бы. Я уже даже приметил, какое оборудование для своего дома я буду уже приобретать. Бытовая техника «Амир» создана на основе новых модных тенденций в интерьере кухонь. Эту продукцию практически можно назвать техническим прорывом. Поверхность приборов изготовлена из экологичной биокерамики. Это позволит легко и просто очищать ее от загрязнений. А если вы предпочитаете газовое оборудование, то датчик-контроль убережет от утечки. Открывая такую торговую сеть, это не магазин. Это нигде купили-продали, а это торговая сеть, где даже не оптовые поставки, а производитель. И эта сеть охватывает всю нашу северную, города Северного Кавказа. Приобретает вот сегодняшним открытием еще возможность покупать или приобретать ту электробытовую технику брендовую, которую можно даже по каталогу, сидя дома, у себя приобрести. Есть очень большой выбор. Это только часть представленной продукции, она еще будет расширяться. Дизайн этой продукции разработан итальянскими мастерами. Духовые шкафы, мини-печи, вытяжки, плиты. Ассортимент большой. В коллекции представлены модели как в стиле ретро, так и в хай-тек. Пока гости знакомились с кухонными новшествами компании «Амир», пришло время разыгрывать призы. Бытовая техника нашла своих обладателей. Кому же достанется главный приз – iPhone 11. Помните этот момент, особенно те, кто... Выиграет айфон. Давай, давай, доставай. 14.42. Давайте нам приз сюда, в студию. Мимо проходил, да, розыгрыш айфона, говорит. Стоял, фартануло, да. Какие у тебя эмоции? Просто нет слов. А что ты будешь делать с айфоном? Тебя оставишь или как? Себя оставлю. Патимат Ханапова, Гаджи Магомедов, новости ННТ, Махачкала.